вашем клубе алкоголиков. Это вторая пошла, да? Ага, бить бум-бум-бум. Ах ты тоже, да, заснял? Я звонил декану и говорит, мы тебя числили 3 дня назад. Я рядом. Он рядом. Да, Максим, секундочку. Да, Бедвина. Комфортно. Ну, как возможно быть комфортным в галстуке? Все, относительно все, нормально. Все, к этому можно заправлять, а этот сюда. Лучше, чем, конечно. Мне на какую сторону смотреть? Я не могу. Голова не заманивает. Да на какую удобную. Любви и счастья много не бывает. Счастья, любви. Счастья вам. Счастья. Здоровья. Здоровья. Счастья. Счастья вам. Здоровья вам. Счастья. 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 Счастья, любви и здоровья. Любви. Здоровья. И счастья. И все у вас будет. Поздравляем! 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 Давай, сфотографируй нас с бабой Лисей на мой телефон. Да, бабушка вторая. Что ты делаешь? А где снимок-то? Вот папа! Так уроди! Gates of heaven must be open. Держи аккуратно. Великая сила – семья. Храните ее, берегите ее. Нет в жизни важнее цели. The gates of heaven must be open. А где мой телефон ваш? А, все, вижу, вижу. Можешь выкидывать, давай мне. I heard a blind man scream and say. Мне руку можно вот так вот сделать? So I... А букет где? Букет где? Букет в машине, тёмный. Вот так. Смотри, без денег, без следов, прям даже не знаю. Всё есть. Всё есть. Вообще не подготовился. Привет. А бутоньерки где? Мы вот так сделали. Echoes aside from my eyes. Now there goes aside from my eyes. Поправлю, все. You should be like a pretty girl. Эх, большой человек. In my bedroom with me. Hey. You should be like a pretty girl. Hey, in my bedroom with me. Oh, so we could do the same thing that Adam. Наготовил армянский тост. Но я просто как далеко-далеко в горах, как пока с гор буду спускаться, уже свадьба закончится, поэтому... Я вас люблю, вот реально. Будьте крутыми, какими вы есть. И отрывайтесь по полной, как сегодня. Ну и, как тут уже все говорят, горько. Горько. Раз. Горько. Пять. Горько. Одиннадцать. Горько. Двадцать. Горько. Ну ладно, на 30 закончим. Слышь, пока. Как это называется? Давай, вот так вот делай. Ладно, давай, вставай. Это самый лучший фото. Хотелось бы, чтобы в этот день это был не просто день свадьбы, это был день рождения вашей молодой семьи. И чтобы в этой семье была любовь, были только хорошие взаимоотношения. Рука в руке, глаза в глаза, два сердца рядом. И чтобы вы, пройдя этот путь жизненный, могли стать истинными половинками друг друга. Мы желаем вам счастья большого!
любви верной и вечной, нежности неиссякаемой, ну и радости больших. Будьте счастливы. В этом году у нас с тобой 20 лет совместной дружбы еще, не забывай, да. И это все к чему? Это к тому, чтобы ваша семейная жизнь была такой же крепкой, как мужская дружба. И с каждым днем она только крепчала, становилась сильнее. Вы крепче любили друг друга, чтобы любили своих детей, родителей. Поздравляю. What kind of woman is this? Нам хочется, чтобы вы были счастливы, потому что если счастливы дети, счастливы их родители. Тут уже все сказано. Я ко всему к этому присоединяюсь. Желаю вам всего-всего-всего. Самое главное, живите дружно. Да бесполезно. Ну и чтобы ваш брак продлился очень-очень долго, на всю жизнь. А насчет девочки, кстати, не переживай. У нас, если ты помнишь, тоже девочка выиграла. Но. Вот, самое главное, это просто любить друг друга. Ну и исполнение всех ваших желаний. Я вас люблю. Ну и, конечно, с маникюрчиком заканчивай. Артем Сергеевич, то есть ты держись, у тебя сегодня еще первая брачная ночь. Норма. Блин, ну реально, блин. Надо водичку так и потом всем замажем.